Антон Шагин родился 2 апреля 1984 года в городе Кимры, Тверская область. Детство прошло в городе Карачеве, Брянская область, куда его в 8-месячном возрасте перевез дед. Юрий Константинович Горшков учился в школе С.М. Кирова. До школы Антон носил фамилию Горшков. Шагин – фамилия отчима, когда Антону было 14 лет. Мать погибла. После 9 класса пошел учиться в ПТУ на слесаря. Участвовал в самодеятельности. После окончания ПТУ, проработав 1 год, поехал в Москву поступать в школу-студию МХАТ. В 2006 году окончил школу-студию МХАТ. Курс И. Золотовицкого из Земцова. Лауреат театральной премии «Золотой лист» 2006 года за лучшую мужскую роль в спектакле школы-студии МХАТ. С любимыми не расставайтесь.